Специальное предложение только сегодняшнего дня, новогоднее предложение, платье Дорис, платье, которое выбирает наш эксперт Светлана Воронцова. Вы знаете, очень здорово начать Новый год с яркого наряда. Если раньше мы выбирали с вами платье, а к нему еще подбирали украшения, то дизайнеры бренда Благов порадовали вас. Вы получите не только бархатный королевский наряд, но еще и украшения. Мы разберемся сейчас, в чем преимущество нашего наряда. Но не успела я надеть это платье, как Олечка сделала мне потрясающий комплимент, который радует и растопит сердце каждой женщины. Света, ты просто статуэточка худенькая. Все набрали за новогодние ночи и следующий день несколько килограмм. Лично я 3 набрала точно. Света, ты не ела ничего? Нет, я позволяла себе гораздо больше и кушала. Но я хочу тебе сказать, что дизайнеры сегодня удивляют нас не только выбором ярких материалов, сколько еще главным эффектом платье должно делать женщину краше. У нас платье представлено в 2 расцветках. Я выбираю свой любимый оттенок, розовый, а многие женщины предпочитают выбирать сегодня красные оттенки. Напомню, что дизайнеры всего мира говорят, сегодня в моде лиловые и сиреневые оттенки, но красный продолжает оставаться на пике популярности. Успейте заказать свое платье Дорис, оно приедет к вам с украшением и с вашей новой фигурой, с вашей стройностью. Вы получите массу положительных эмоций, вы постройнеете, и это увидят все. Делайте свой заказ, набирайте наш номер телефона, и пусть это будет ваша первая покупка, которая доставит вам море радости. Первая покупка в 2018 году с королевского наряда. Ты знаешь, Оленька, именно поэтому бархат и велюр считаются королевскими тканями. Мне нравится, что сегодня бренд Благов выбирает современные импортные ткани, которые сегодня можно встретить на международных выставках. И меня радует, что сегодня наши дизайнеры не отстают от западных коллег. Бархат. Не случайно этот материал полюбился нашим женщинам еще уже в уходящем 2017 году. Эта ткань до сих пор остается на пике популярности. И в этом мы сейчас можем убедиться. Давайте посмотрим на подиумы мира. Везде правит королевский бархат. Он бывает разным. С добавлением хлопка, с добавлением вискозы. Но, конечно, более шикарным и роскошным считается материал, посаженный на вискозно-шелковистую основу. Именно такой тканью является наш бархатный велюр, из которого шито платье Дорис. Платье Дорис, оно нежное, оно приятное на ощупь, оно бархатное, из королевской ткани. Размеры есть от 50 до 60. Набирайте наш номер телефона, заказывайте свое платье, забирайте его из прямого эфира, пока есть все размеры. Оленька, ты видела, как платье струится? Оно пляшет при каждом движении, сделанном женщиной. Посмотрите, точно так же мы сейчас можем судить о характеристиках ткани. Давайте проверим сейчас. Вот она, шелковистая основа. Я всегда говорила о том, что проверить, насколько ткань мягкая. Посмотрите на эту драпировку. Она доказывает, Оленька, что наша ткань нежная, мягкая, и эта ткань струится. Это очень важно при посадке изделия. Потрясающе! Насколько она мягкая, насколько она... Ты знаешь, вот часто бывал раньше бархат, велюр, он толстоватый был, согласна, он добавлял объема. Согласна. А здесь ткань буквально невесомая, но плотная, не просвечивает. Ткань очень плотная, и на самом деле, я даже сказала бы о таких платьях, это такой вечерний вариант наряда, который очень красиво обнимает женский силуэт. Но это еще не все. Продолжая тему дизайна, Оленька, я бы хотела сказать немного о принте. Здесь очень необычно расположились цветы вот таким букетом по диагонали. Ой, да. Кстати, говоря о флористике, здесь еще есть одно прекрасное дополнение, эффект позолоты. Здесь все сочетается в одном материале. Модный бархат, это ткань 2018 года, это флористика, которая тоже актуальна, в этом мы сейчас можем убедиться, и, конечно же, золото. Ой, вот так, посмотрите на подиумы мира, а теперь представьте себя в абсолютно трендовом наряде платье Дорис. Полюбуйтесь, вот именно такие сейчас платья актуальны, и поэтому мы предлагаем вам все самое лучшее, то, что на пике популярности. Набирайте наш номер телефона, забирайте свое платье. 2 цвета есть на выбор. Розовые цветы, как на нашей Светлане и на Кате, и красные цветы, как на Марине и на Светлане. Ну что ж, мои дорогие женщины, сейчас я думаю, что вы уже выбрали свою расцветку. Пришло время выбрать свой
свой размер. Многие женщины звонят и просят, чтобы мы делали в прямом эфире замеры. Вам так проще определиться с размером. Я ношу 52 размер. Платье идеально село на мои формы. Если честно, даже остается немного места для того, чтобы я чувствовала себя намного свободнее и комфортнее. Катюша носит 54-й, выбирает размер в размер. Если у вас сдвоенные размеры, как у Марины Пигашкиной, у Мариши вверх 54, бедра 52, советую выбирать по большему размеру, особенно то, что касается бюста. На Светлане 48-50, платье выбрано 50 размера. Сейчас на Екатерине Шестерковой я проведу замеры. Итак, Катенька носит 54 размер. Как определить свой российский размер? Вам достаточно надеть белье, чтобы бюст был приподнят, и измерить свои параметры. По объему 109-110 делим пополам, получается где-то в среднем 55. Это российский 54-й. Округляйте, мои хорошие. Итак, выбираем размер в размер. И это преимущество лекала бренда Благов. Успеете заказать прямо сейчас? У нас есть розовый цвет или красный. Какого цвета платье Дорис выбрали вы для себя? Забирайте его сейчас. Вы получите свою посылку на вашей ближайшей почте. Никаких предоплат носить не нужно. Забирайте и стройнейте, украшайте себя. Вы получаете все и сразу. Звонки бесплатные, даже с мобильного, и вам не придется докупать больше ничего. Ведь даже украшения уже есть на платье. Сегодня все цены на рубрике «Мода» до 50% потеряли в стоимости. Поэтому украшайте себя, обновляйте свой гардероб и делайте свою первую посылку прямо сейчас. Все звонки бесплатные, но и, конечно, это безупречный стиль и качество трендового предложения. Ну а мы продолжаем радовать вас. Итак, перейдем к воротниковой зоне. Многие заметили, Оленька, что наше платье украшено не только блестящим украшением. Здесь мы видим с вами фантазийный вырез горловины. И уж поистине здесь конструкторы постарались удивить женщин. Это свежий взгляд на модное платье 2018 года. Обратите внимание, что воротниковая зона очень грамотно удлиняет шею. И вообще, когда мы говорили о том, что женщины выбирают сегодня грамотные, правильные наряды, мы говорили о стройности. Это платье невероятно стройнит. Юбка клёш, которая закрывает коленки, открывает область щиколотки. Самое изящное место на женщине. И приталенное платье, отрезное по линии талии. А при всем при этом мне еще нравится, что ткань еще тянется. Потяните в области талии, вот где отрезная часть у нас. Света, это невероятно! Да, Олечка, у нас не просто бархат-велюр, у нас велюровое стрейчевое полотно. А лайкра, которая добавлена внутрь, позволяет сохранить яркость цвета и форму после стирки. Как будем ухаживать, Света? Дома температура воды 30 градусов. Это щадящая домашняя стирка. Успеете, звоните сейчас. Забирайте платье Дорис. Это спецпредложение сегодняшнего дня.